Наведать несколько отделов кадров за один день и вызначиться с выбором будущей профессии. Под час кермаша вакансий у Могилеве для тех, кто шукает место працеулодкования ти под працовку, была выдатная махчимость. С утра учусь, свободное время, как всегда, вечером есть, делать нечего, можно и поработать. Потому что какая-нибудь копейка была. Меня интересует служба безопасности и охрана. Мы отдаем предпочтение электрогазосварщикам, каменщикам, монтажникам строительной конструкции, столярам, плотникам. То есть все профессии строительного профиля, которые наиболее престижны сейчас у нас в стране. У списке наймальников по-ранейшему працовные специальности, что обумовлено профильностью предприемства. Работникам разумовой працы так само знайшлися пропановы. Головное сярод критериев при разглядании кандидатур – коммуникабельность и высокая квалификация. Своеособливый ажиотаж за потенциальные кадры наметился и сярод працедавцев. У нас идет модернизация производства, мы закупаем новое оборудование, нам нужны квалифицированные станочники, операторы, наладчики. Так как нам нужны страховые агенты, желательно образование высшее, в общем-то, и достаточно, чтобы вообще владел ситуацией, общение с людьми, вот такого плана. Кермаши вакансий ладятся двойче у год, и по меркованию самой службы занятости приносят неблагую корысть. Резонанс идет, это распространяется информация, и не только среди тех людей, кто здесь побывал, но она передается и другим людям, поэтому эффект, я думаю, достаточно значительный, и мы это чувствуем даже по движению безработным после проведения ярмарки. Кристина Каранкевич, Денис Бутылин, «Новини регион».